для связи с оператором, скажите «нет». Нет. Нет. В таком случае я соединю вас со специалистом. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Контактный центр банка ВСБ, меня зовут Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, алло. Да, решит вам непосредственно с вами связал второго от нашего банка. Для подтверждения заявки на смену вашего номера телефона. Можете уточнить, по какой причине вы не подтвердили данную операцию? Нет, нет, я никакой не собирался номер менять. Почему? Кто сказал? Хорошо, если это теперь не ваши действия. Возможно, у вас есть заверенные лица, которые подавали? Или вы единолично пользуете? Нет, никому ничего не давал. Так, хорошо, а номер с окончанием 8806 вам знаком? Этот номер был указан при подаче заявки на смену вашего номера. 8806... Так, а оператор какой? МТС. А, нет, нет, так, нет таких у меня знакомых и родственников. Так, хорошо, в таком случае я буду фиксировать мошеннические действия по вашему личному кабинету. Также номер с окончанием 8806 я заблокирую. Да, да. Так, я вас перенаправила в кабинет СМС-оповещение, которое должно поступить в общий чат с банком. Проверьте, пожалуйста, поступит или нет. И содержимое данного СМС-оповещения мне не сообщайте. Просто перепроверьте, поступило или не поступило. Да, да, поступило. Хорошо, смотрите, у меня также почему-то отображается, что вход в личный кабинет выполнялся в Сумской области. Вы на данный момент находитесь в Сумской области или в Воронежской? В Воронежской. Очень странно. В Сумской области вы также не имеете никакого отношения? Да, нет, там не было никогда. Хорошо, постарайтесь помнить, что могу скомпрометировать ваши персональные данные. Возможно, что-то было? Да я даже не знаю. Да нет. Паспортные данные, возможно, оставляли фактически в организации. Ну, паспортные данные, может быть, когда там интернет-покупки, там, если какие-то делал, и все, больше нигде. Ну, госуслуги. Так, госуслуги. Хорошо, интернет-покупки вы совершаете с помощью карты или с помощью приложения? Ну, а как? Нет, на сайте просто ввожу данные карты и все. А вы, когда совершаете покупки в интернет-магазинах, вы обращаете внимание, чтобы сайт был защищен? Да ну, я вроде... Да нет, я один раз совершал только покупку. Ну, не знаю, вроде бы проверенный был сайт. Сам ничего не проверял. Так, хорошо, давайте так поступим. Для того, чтобы я смогла заблокировать данные действия, которые происходят по вашему личному кабинету, мне будет необходимо идентифицировать на системе банка. Это возможно совершить либо же по номеру договора с нашим банком на обслуживание, который вам подавался, либо же по номеру пластиковой карты. Как вам будет удобно? Ну, давайте по номеру договора. Давайте. Указывать я буду вносить систему. Сейчас его надо найти. Нет, у меня его нету. Нет. Хорошо, в таком случае берите вашу карту в руки, да, у вас на лицевой стороне находится 16 публичных цифр, ваши реквизиты в системе банка. Указывать я буду вносить в систему. Так. Алло. Да, я слушаю. 2202. 2010. Да. 0565. Да. 3692. Хорошо, оставайтесь на линии. Я на данный момент буду вводить ваш номер в систему банка. Не разъединяйтесь. Алло. Да. Алло. Да. Да, вы мне указали карты Сбербанка, да. Желаю банка вот возьмем. У меня, которые сейчас под рукой, они у меня там обе привязаны к номеру. Но я не могу вас идентифицировать по карте Сбера.
Блин, ну та карточка, она у меня просто сейчас, я ее не могу взять в руки, потому что она у меня сейчас не с собой, она у меня на работе в сумке лежит. Так, хорошо, когда вам будет удобно обратиться в отделение банка, подскажите, пожалуйста. В отделение... И по какому адресу? Отделение банка, ну, наверное, может быть, завтра. По какому адресу, для того, чтобы мы передали документацию? Адрес. Так, город Львов. Улица Долбоеба, улица Долбоебская, пизда Мария Ивановна там будет. Это, это ваша мать. Хорошо, приятно познакомиться. Ну давай тогда соси хуй. Соси сам хуй, обезьяна блядешная. Хохлушка ебаная.